Такое предложение есть, фраза такая. В тексте «Он милосерден, так же и ты будь милосердным», где имеется в виду только отдавать Творцу, когда все действия его только ради славы Творца. Вот как связать милосердие со славой Творца? Ведь милосердие, ну так напрашивается это милосердие к творениям, к товарищам, к миру. А тут творение как бы, милосердие как бы к Творцу. Милосердие к Творцу, это значит, что анахну руцим. То есть, что мы хотим отдавать Творцу и передать Ему ощущение, что Он для нас сила, реальность, самая уважаемая, единственная, вообще единственная реальность, ради которой мы работаем, с которой мы должны быть связанными и так далее. Это то, что мы должны вернуть Творцу. Творец действует по отношению к нашему желанию получать, а в желании получать мы чувствуем только наслаждение. Мы должны подняться с уровня наслаждений, которое мы ощущаем, до того, кто дает нам наслаждение, зачем он дает нам наслаждение, что мы чувствуем в самих наслаждениях, и как мы согласно этому можем представить себе, кто тот, кто посылает нам эти наслаждения, и как мы хотим изменить то, что мы получаем, наслаждение, на оценку его важности. И это то, что мы несем ему обратно. Ты не можешь дать хозяину ничего, кроме оценки важности. Если прав ты, то что дашь ему? То есть он не нуждается, у него нет хисарона. Ты можешь дать ему только свою оценку того, кто он, дающий, любящий, отдающий, заботящийся. И это то, что мы хотим вернуть хозяину. Вот и все.